18 мая, РИА Новости. Один человек скончался от ожогов в больнице Гаваны, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление сотрудника больницы Чаликста Гарчо. По данным агентства, один скончался от ожогов и других травм, еще двое в тяжелом состоянии. По данным портала ChubaDebate, Boeing 737-200 был арендован компанией Chubana de Aviación у мексиканской авиакомпании домой и пилотировался иностранным экипажем. Самолет выполнял рейс DMJ-0972 Гавана-Альгин, Восток острова. После взлета судно рухнуло на сельскохозяйственное поле в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго де Лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. На борту было 104 пассажира и экипаж. Инцидент произошел в 12:08 по местному времени в пятницу. Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, инфографика, перейти в фотобан крушения самолета на Кубе.